Забота об экологии, здоровый образ жизни, поддержка людей с особенностями здоровья. Об этом и многом другом молодежь рассказывает через фотографию, видеоролики и плакаты. В Химках подвели итоги уже 18-го по счету фестиваля студенческих социальных проектов «Медиакласс». На конкурс представили свои работы студенты свыше 40 учебных заведений России. Идея принадлежит специалистам Московского государственного института культуры. Мы хотим их научить сразу ремеслу. Они должны уметь делать законченные продукты. То есть продукты должны понимать, что в коммуникациях не просто нужно уметь разговаривать, а нужно еще уметь что-то делать. То ли хорошо писать, то ли хорошо снимать. Аплодисменты! Иван Маслов, Кирилл Рябутунов-Кубинский, студенты третьего курса МГИК. Заняли первое место в спецноминации от муниципального предприятия ДСЖКУ «Разделяй отходы, береги экологию». Говорят, самый главный аргумент в пользу раздельного сбора мусора – финансовая выгода. Через плакаты и графику нужно донести до людей, что мусор необходимо разделять. Надо донести людям, чтобы они поняли, почему важно это делать. Мы платим за выброс мусора даже вот в квитанциях, которые нам приходят. И понятное дело, что это вроде небольшая сумма, но если она будет меньше, все же будет лучше. Мы студенты, и мы как никто знаем, что счастье в мелочах. ДСЖКУ вручила подарки еще двум проектам, отметив инициативность участников. Те работы, которые вы выполнили, я думаю, что продолжите выполнять, они помогут нам всем понять, насколько важна эта проблема по раздельному сбору отходов. Фестиваль «Медиакласс» – это не только практика для будущих рекламщиков, журналистов и соцработников. Это возможность обсудить важные для общества проблемы и найти способ, как их устранить. Ксения Брагина, Николай Забродин, Служба новостей.